Здравствуйте. Каждый раз, приезжая в детские дома, я ожидаю увидеть печальных детей. И правда, грусть в их глазах прослеживается. Но когда мы знакомимся, дарим подарки, и особенно наше внимание и участие, их лица озаряет улыбка, и все вокруг меняется. Сегодня я хочу познакомиться с Алексеем и надеюсь, что наша встреча подарит ему массу положительных эмоций. Обычно мы приезжали в детский дом и знакомились с детьми в их привычной обстановке. В этот раз мы решили отойти от этой концепции. Алексей очень любит кататься на роликовых коньках, и мы подарили ему возможность весело провести время и познакомиться поближе. Мы благодарим сотрудников RollerDrom за приятный и неожиданный подарок. Это возможность кататься на роликовых коньках хоть каждый день в течение года. Лёша покорил меня с первых минут. Обаятельная улыбка, открытый взгляд и то спокойствие, которое ощущаешь рядом с ним. Лёше 15 лет, но он уже твердо знает, что хочет и кем станет в будущем. Ты думал, кем ты хочешь стать? Ну да, я сейчас собираюсь закончить школу, положительно сдать экзамены и поступить уже здесь, на Камчатке, на автомеханика. Угу. Ну уже как отучусь, найти каких-нибудь, ну, деньги какие-нибудь найти, сколько будет, и попробовать улететь либо в Санкт-Петербург, либо в Москву, и там отучиться на психолога. На психолога. Почему именно такая профессия, выбор такой профессии, психолог? Ну, сейчас со временем я стал больше понимать, что я стараюсь разбираться в проблемах людей, с которыми общаюсь, и как-то им помогать. То есть ты чувствуешь человека, да? Ну да, потому что сейчас вот дети, с которыми я живу в интернате, ну, у них практически у всех такие же проблемы, как у меня. Вот я как-то стараюсь их поддерживать и помогать. Молодец, умничка. Я думаю, у тебя получится. Есть у тебя какая-то такая доброта, что ли, в глазах, не знаю. Я по жизни добрый всегда. Я не люблю как-то зло и насилие. Алексей занимается наставнической деятельностью, помогает детям, которые не так давно поступили в детские дома. Эта работа не всем по силам, но Леша сдал все необходимые тесты и с удовольствием приходит на помощь. В детском доме дети становятся хуже, чем они дома. Уж нет родных, вечное окружение разных детей. Не успевают воспитывать их. Они же смотрят на всех детей, а не именно уделяют время одному. Поэтому внимания нету. Я понимала, что и Алексею не хватает внимания и заботы, хотя он утверждал, что привык жить без этого. Леша очень интересный собеседник, и мне хотелось побольше побыть с ним, пообщаться в непринужденной обстановке. Мы отправились в кафе и в киноцентр. Леша признался, что любит, когда люди улыбаются. Ему приятно, когда все вокруг счастливы. Он даже занимался стендапом, чтобы смешить и доставлять радость. Друзей не так уж много. По жизни сколько друзей не встречал, они все были веселые. То есть мрачных, грустных как-то не встречал. Нет, бывали люди, которых я встречал, они, правда, вот, по жизни были очень-очень грустные. Но после общения со мной они становились как-то более раскрытые. За время, проведенное с Лешей, я поняла, что передо мной еще маленький, но настоящий мужчина. Мне кажется, им стоит гордиться. Редко встречаешь таких парней. Он не только чутко отзывается на просьбы, дорожит дружбой, пытается получить новые знания. Он смотрит позитивно на жизнь. А еще он большой романтик. У тебя же будет с ним семья. Как ты, вот какая она будет? Возможно. Ну, молода в этом. Я не знаю. Главное, чтобы... сказать. Душа и сердце было чистое. Это правильно. То есть для тебя внешность не важна? То есть главное... Да не сильно. Чтобы она была добрая, да? И... Да, ну внешность обманчива. Ну ты же знаешь, что там по одежке встречают. Да. Может быть, какие-то девушки нравятся? Девочки. Не знаю. Ну, которым не важно... Сколько у тебя денег в кармане? Вот такой он, Алексей. Добрый, чуткий, позитивный, целеустремленный. Поет, пишет стихи, увлекается психологией. Надеюсь, проведенное с нами время Леша будет вспоминать с улыбкой на лице. Что бы ты хотел сказать своим будущим опекунам? Какие слова, там, просьбы, может, что-то тебе нужно? Я бы хотел попросить, чтобы они никогда не забывали про своих близких. И если появляются какие-то жизненные трудности, они же пробовали разобраться в них, а не сходу лишь брать откуда-то там с неба
просто решение. А пытаться разобраться и никогда не бросать друзей в беде. И своих родных, близких, да? Сегодня мы провели замечательное время вместе с Лешей. Алексей очень приятный и хороший мальчик. Хотите узнать о нем чуть больше информации? Звоните по телефонам, которые будут указаны в конце нашей программы. Но мы прощаемся с вами, желаем вам мира, добра и любви. До свидания. Мы выражаем сердечную благодарность другу нашего проекта, компании «Океан Рыбфлот». Время сильных. Время смелых. Время героев. Время побед. «Океан Рыбфлот» – лидер во всем мире.